Этой весной в Челябинске пройдет крупное соревнование по танцам. Это уникальное событие для нашего города. С 6 по 8 апреля в Ледовой арене «Трактор» пройдет чемпионат мира по секвею в латиноамериканской программе. Также Кубок мира среди профессионалов по европейской программе и традиционные соревнования по танцевальному спорту. Такие крупные соревнования проводятся в нашем городе впервые. И, соответственно, организация должна быть на высоте. Хотя мы в этом даже не сомневаемся. Челябинск давно признан спортивной столицей, и мы уверены, нам будет чем удивить гостей. В преддверии этого яркого события буквально на один день из Санкт-Петербурга в Челябинск прилетел режиссер и организатор прямых эфиров по танцевальному спорту Алексей Неволин. И сегодня он гость нашей студии, хочется сказать, герой, человек, спал полтора часа и с нами уже с утра. Доброе утро. Доброе утро. Алексей, вы же были студентом. Расскажите, как это было? Чему, на кого вы учились? Ну, это было давно. Учился я в политехе в питерском. Отучился 4 года, меня оттуда радостно выгнали. Вот, могу рассказать, что выгнали меня как круглого отличника. Слава вот. У нас ценят отличника. Да, да. И, в общем, я доучился оставшиеся полтора года в другом вузе Санкт-Петербурга. А на кого учились-то? На программиста. А как вы пришли в мир танца? Это получилось случайно. Но это как вот это как наркотик, оно засасывает. Это вот. То есть программист сидел за компьютером, увидел, заинтересовался. Нет, 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 просто ему стало скучно сидеть все время за компьютером. Он решил, надо размяться. Пойду я разомнусь. Наверное, и сделал это с помощью танца. Это ближе к истине. Вот, чемпионат мира по танцам – это невероятное событие такого масштабного уровня. Что вы можете рассказать о том, что ждет челябинцев? Это будет очень красивое мероприятие. Я всех призываю прийти, купить билеты, прийти в Ледовую арену «Трактор» и посмотреть на это, конечно, вживую в первую очередь. А для тех, кто не сможет это сделать, в силу тех или иных причин для жителей других городов, для жителей других стран, мы организуем прямой эфир. А какие фишки будут использоваться? Чем будете удивлять зрителей? Ну, сами фишки мы обсудим, наверное, сегодня на техническом совещании, ради которого я приехал в Челябинск. И уже... Исходя из того, что мы сегодня обсудим, исходя из пожеланий организаторов соревнований, определим, как показать это соревнование с наиболее лучшего вида, преподнести в лучшем виде для зрителей. Понятно. А вот скажите, вот спорт танцевальный, вы его знаете изнутри. Есть ли там какие-нибудь грязные приемы? Например, там чего-то в обувь подсыпают. Грязные приемы, к сожалению, есть везде. Но давайте все-таки относиться к спорту как к спорту, да, как какому-то такому чистому, высокому и высокоэтичному, высокоморальному, скажем так, высокоморальной вещи, да, что без грязи и без всего. Грязь а можно найти везде. Как относитесь к этому чемпионату? Как к спорту или все-таки это танцевальное направление и творчество? Ну, мне как спортсмену, наверное, ближе спортивная составляющая, но, конечно, у такого чемпионата огромная эстетическая составляющая есть, да, потому что танцевальный спорт – это, в первую очередь, это визуальный вид спорта, да, это не бег. То есть, наверное, если, допустим, у нас бег, мы там все начали дружно, побежали, и вот по секундомеру, кто первый прибежал, тот и выиграл, да, здесь это такой более субъективный вид спорта, конечно, вот, и насколько вот ты смог показать себя, показать свой танец, да, этот… Скажите, а вот… Все, ну, челябинцы, кто смогут купить, приобрести билеты, они увидят все вблизи. А смогут ли зрители, которые будут видеть через камеру, понять всю красоту вот там? И атмосферу ощутить. Ну, если онлайн-трансляция будет организована хорошо, я надеюсь, мы здесь... Надеюсь, все постараемся. Да, мы все постараемся, да, приложим все усилия, то, конечно, при хорошей подаче мы сможем показать атмосферу на паркете, показать атмосферу зрителей, болельщиков, показать, насколько судьям сложно определиться со званием лучшего и так далее. Ну вот в соревнованиях традиционных там несколько пар сразу выходит танцевать, а тут будет всего одна, и это как бы больше спорт или вот такое тетрализованное представление? Как? Ну, по поводу одной пары, тут есть такой момент, что, допустим, на больших соревнованиях, допустим, серии Grand Slam, тот же самый финал танцуется, часть танцев танцуется соло, часть танцев танцуется вместе, и судьи в данном случае оценивают пары не друг относительно друга, они используют некоторую абсолютную систему оценок, и уже пара, которая... Как в фигурном катании. Да, как в фигурном катании, собственно. И уже пара, которая получает максимальный балл по сумме этих оценок, она занимает более
более высокое место. В традиционном, скажем так, финале судьи расставляют пары по местам друг относительно друга. То есть эту пару мы ставим на первое место, эту пару на второе, это, наверное, на последнее. Очень интересно. Хотелось бы все это увидеть вживую, постараться приобрести билеты. Приходите. Спасибо, Алексей, что вы уделили нам время. Ведь человек только с самолета, да, не выспался. Мы его, наверное, отпустим, потому что он, скорее всего, хочет уже позавтракать и отдохнуть.